1999 год. Вес. Маша, записывайте уже. И чемпионом в этой второй категории стал Насрин Михаил. Приглашаю на тренинг сегодня вручение медали. И чемпионом в этой весновой категории стал Эдин Степан. Приглашаю тренера чемпиона для вручения медали. Поаплодируем ребятам. И чемпионом в этой весовой категории стал Нечипаренко Дмитрий. Приглашаем тренера чемпиона для вручения медали. Поаплодируем ребятам.
И чемпионом противостоянного категории стал Житков Игорь. Спасибо. Следующий Покажи, Маш. И чемпионом в этой весовой категории стал права. Этим призом награждается Згода Дмитрий, клуб «Поряд». Ребята, друзья, чемпион СССР по боксу в тяжелом весе, мастер спорта международного класса Сергей Демин. За лучшую технику награждается Роман Миронов, заслуженный тренер Российской Федерации, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, старший тренер Центрального спортивного клуба армии по кикбоксингу Константин Новиков. Можно мне? Извините, да, значит, это просто задача не за самый красивый бой, а за шесть подарков нам вручил клуб Союз десантных клубов. Союз десантных клубов. Шесть календарей на 2012 год. Счастливым обладателем такого календаря становится Аверин Анатолий, патриот, город Саратов. И всего у нас шесть календарей. И счастливым обладателем студии. И самый красивый бой, за самый красивый бой награждается Илья у вас. Третьяков Глеб. Thank you.